Спонсор этого выпуска – игровой магазин VIPKeys.net. В этом магазине множество ключей и аккаунтов с низкой ценой на DayZ, Rust и Arma 3. Скидки для всех подписчиков по промокоду в описании ролика. Бдё-бдё. Чё, как, зрители? Это Гагатун и Хитман. Окей. И мы сегодня будем играть в открытое бета-тестирование Сурвариум. Я заговариваюсь, потому что уже поздно. А я очень, как бы, very excited. Я очень люблю чуваков из выходцев из... Короче, мне нравится играем. Короче, сталкер тебе очень нравился. Да, и, да. И ты веришь, что разработчики бывшие сталкера сделают игру. Я, кстати, что, я должен что-то нажать? Я готов. Нельзя войти без оружия, мне сказали. Вот видишь, я же тебе говорил, что нельзя так просто взять и войти. Ну да-да, я сейчас перетащу ему ППШ. И винтовку перетащу. Да я тебе все перетащу. Нет, нельзя винтовку перетащить. На пистолет это перетащим. А что я хотел сказать? То, что вот, если так подумать, почти все разработчики Украины — это выходцы из разработчиков Сталкера. Кто делали метро, они делали Сталкера. Я на этой карте не играл сейчас. Кто делал сейчас Сурвариум, делали Сталкера. Сейчас еще будет игра... Ты видел, я уже забыл, как она называется, если честно, но ее на Кикстартере продвигают. Там тот же самый Сталкер будет, только с какими-то животными. Разноцветными, да. И у них даже пока что видео нет, окей. Что за... Интересно, джойстик поддерживается? Почему у меня все мыльно так? Окей. Понемногу текстурки прогружаются. Но это открытое бета-тестирование. О, я сзади. То есть, бета-тестирование. Идем наверх. Это ну можно... ладно. Окей, я сейчас тебя найду просто, я немного... Я наверху. Тут можно как-то... Что? Как-то какая-то немного... Что-то все странно. Ну а что-то не лагает, зато хорошо. Конечно, смотри, оцени графон, ну нормальный же, ну. Я тебе говорил, хороший. Он немного какой-то странный, но он нормальный, да. Да он нормальный. Я тебе отвечаю. Ладно, есть, я, кстати, все я, правда, на этой карте поставил, не играл. Вот предыдущая карта, которая была в закрытой альфе. Потому что мне альфу давали. А чё тут люди бегают? Сейчас чё чувак с кирпичом каким-то ходит? Что он своровал микроволновку какую-то. Чё он делает? Я хочу ещё пойти кого-то вальнуть. Я тоже хочу вальнуть, но, наверное, раз он что-то таскает, значит... Хрена тут какая-то хрень! Я слышу, по кому-то стреляет рядом. Ох, щит! Чё-то такие звуки страшные. Я не знаю, да я чуть в штаны не наложил, я реально испугался. Какой-то хрен меня... Я пострелял по кому-то, но его не видно больше. Какой-то хрен меня очень сильно пугал. Так, я вижу, как чувак бегает. Гид, попал, убил! Красавчик. Ай, по мне стреляет чувак. Аккуратно, аккуратно. Врешь, не возьмешь. Я пистолет ему дорешаю. Как поменять пистолет таким? Его дорешали уже? Вот я его дорешал. Чувак, я слишком много играл во все эти игры, чтобы меня так просто били. Да я в Красной Оркестре был генералом. Они еще не понимают, с кем они связались. Но мне нравится, как реально руки сделаны, кстати. Я грохнул чувака. Не особо... Сами по себе руки странные, но как он перезаряжает и все дела, это прикольно. Да, я говорил, нормально здесь все. Окей, я вижу чувака, который стрелял. Мне звук потише. А то обосраться можно от таких звуков. Не-не-не, я оставлю, потому что слышно, как все стреляют. Кто где находится. Да ну это слишком громко, чувак. Я вот на 22 поставил. Надо мной кто-то ходит, и я это слышу. Вот видишь? Говорю, карта очень прям красивая. Я считаю, даже похоже на Баку. Тут можно людей красить, у них патроны или еще что-то делать? Да, вроде бы. Можно как-то тихо ходить. Даже на корточках его слышно. Я его грохнул. А что за место, где я нахожусь? Тут что-то красный дроп какой-то. Что это значит? Без понятия. Рядом со мной чувак ходит, стреляет, мне страшно. Там внизу враг был. Да, я иду вниз. Тут кому-то мозги вышибли. Чуть убить прям нарисовано.
Окей, я сейчас спалился, кажется. Я карты не знаю, я вообще не понимаю, кто сейчас с кем. Окей, Василек получил от меня. У меня кончились патроны. У меня кончились патроны, приятель. Ты знаешь, тут можно обворовывать патроны или еще что-то делать? Потому что мне сейчас капец будет из-за этого. Вообще-то тут... Это что такое? Это книжки. Книжка мне перезарядиться не выйдет. Глупо. Еще какой-то знак вниз. Блять, какой же я дебил. В смысле? Да я! Вроде атмосферненько тут все равно. Атмосферненько, блин, по мне же шмаляют со всех сторон. Ну ты же как? Василек меня прикончил. А я Василька убил сам. В прошлый раз. Я пока что иду, меня еще никто не убил. У меня чисто патроны кончились. Окей, пистолет так далеко не стреляет, и у меня нету пуль больше на нем. Мне осталась одна обойма последняя в автомате. Ладно, я не знаю, может мне стоит умереть, как ты думаешь? Да не, не, живи. У меня две пули осталось. Экран называется Сурвариум. Тут можно ножик достать? Не думаю. Можно бить прикладом, вроде бы. На какую кнопку? Я жму на все, чтобы узнать. Не знаю. Но должна быть кнопка ближнего боя, должна быть. Ну что это глупо будет. Может быть, она когда я близко подойду, появится. Да не, я не так не думаю. Ладно, я пойду, пускай меня грохнут. Слишком рискованно. У меня чисто пули уже нету. Я пойду узнаю, что это за красное место, где там нужно что-то нарисовано там. Надо ходить топать здесь. У меня есть две пули, я не побоюсь их использовать и пустить их все в голову. Ой, я тебя... Вы украли контейнер с... А, окей. Ой, я забрал контейнер. Да, я вижу, я тебя прикрываю, иди ко мне. Меня убили. Окей, вижу, это ублюдка. Ну, смерть тут правдоподобная, я чё скажу. Смерть тут правда выглядит сурово. О, у меня полный боезапас, отлично. Видимо, в самом начале чувак какой-то успел к ним добежать. Подожди, они нас выигрывают, что ли? У них больше этой фигни. Как они так воруют? Ух ты, ебануться. Они так успешно воровать умудряются. Я вообще никого не вижу. Нужно двигаться. Но я... Окей, тут костер, может... Ау. Хотел анекдота порассказывать. Не время анекдотов, сказал игра, не время. Но я надеюсь, что тут все-таки патроны с трупов правда можно подбирать, иначе... Сурвариум будет слишком недолго происходить. А сколько тут вообще карт? Пом две, не знаю, или три. Ты говорил, вау. Вот это быстрый он. Я только начал по нему стрелять, у меня шотганы грохнули. Нахрен, у него... У меня вообще нет шотгана, в чем смысл? Mad Max. У меня нет шотгана. Я понимаю, что он Mad Max и все такое, двухстволка там у него. Обрез. Ну пускай он себе в задницу засунул. Значит, чувак на второй этаж этим пробежал. Слышь, как вот тут... Вот это тут отдача. Конечно. Прям вплотную тыщ мне и все. Вот я говорю. Чуваки охренели. Херял. Василек. Блин, он так смешно бегает с пистолетом в руках. Эй, Василек, отдай все, что у тебя есть. У тебя был шотган. Тут, кстати, ноги есть. У меня все зависло, кажется. Нет, не нравится. Я нажимал. Окей, нет, я отвис. Окей, это было странно. Интересно, как это все записалось. Игра очень странно у меня подвисла так. Это свои бегают? Надеюсь, что да.
так точно? Что так точно он сказал? Это что-то ему написал, что он ответил так точно. О, смотри, тут какой-то метеорит. СССР 60. Всегда приятно это знать. Я надеюсь, что я ноги не сломаю здесь. Не знаю. Что за хрень? Ну, так как это игра free-to-play, я так понимаю, да. Тут какое-то золото, платишь ты, а за что тут платить? За оружие? За стволы, за да. Те да. самые дробовики? Ну, насчет дробовика не знаю, но... Как он меня успел убить, когда я его уже грохнул? Он успел, падая, выстрелить мне в пузо куда-то или что? Тут та же методика, как в Warface. Вообще, если уж говорить... Подкатываться нельзя. Вообще, если говорить о донате, вот самая правильная система доната, донаты, которую я когда-либо видел, это в Tekken Revolution и CSGO, потому что там они, ну, но буквально... в CSGO ты платишь за игру, так что не надо. Нет, нет, там я... Нет, да, конечно, ты платишь за игру, но там ты вообще, то есть, никакого преимущества, понимаешь? Там они зарабатывают на комиссии, да, они зарабатывают на 15% комиссии с продаж. У них там карточки, у них вообще вся эта система отработана, чтобы зарабатывать. Попробуй меня прикрыть. Окей, по мне стреляет. Я вижу. Сейчас я его грохну. Он... Наверху? Да, но не наверху, он там был сверху. Я чуть не грохнули. Я вижу, ублюдка. Убил. Я попробую выкрасть, но мне надо грохнуть 6 раз. Я тебя прикрываю, чувак. Окей. Окей, меня уже убивают. Попал. Я убил. Ай, сзади, сзади. Окей. Окей. Это просто хоккей. Но я чувака круто грохнул в башку. Но тут есть хорошее ощущение стрельбы, потому что тут хорошая отдача такая. И графика такая приятная сам по себе. Да, я тебе говорю, приятная графика. Но мне интересно, куда они движутся со всем этим. Очень тут был простой режим, где просто дезматч, например. А ты говорил, что тут что дождь крутой, я что-то дождя вообще не вижу. Она в карту меняется, ну... Ну, надо долго ждать. Либо после перезагрузки, либо так. Тут есть рассвет, закат, день, ночь и дождь. Тут нельзя во время игры поменять оружие? Не знаю. Ом, нет. Бэ. Пытаюсь на респауне Б нажимать, мало. Дубка висят. Да ебаный рот. Кстати, мне скоро даже... бета-тест Вова 7 числа, по-моему. Мне даже Сурвариум немного чем-то напоминает Крузис. Не знаю, чем, просто вот. Да, что-то есть от Крузиса. Ну, не прям... знаю, чисто ощущение бега, стрельбы. Бег, прям именно первый даже Крузис. Еще когда ты падаешь. Ну, то есть, ты камера все еще была прибайдена. Да ёлка. Ау. А он похиляться не может, когда он ранен? Не знаю насчет этого. По-моему, можно. А чё ты ничего не знаешь? Ты разве не играл, чё? У меня мой КД ухудшается. Да не, я мало играл. Я играл, где, когда вообще в игре нихуя просто не было, понимаешь? Убей его там. Да вообще ни хрена непонятно, где я. Я убил. Справа на тебя. Убил. Слава богу. Ну с него прям пуля торчат. Да, тут тоже такое есть, мне нравится. А я могу труп... Хотя на трупом поиздеваться, но не дали. Шотган где-то. Недалеко. А на костре сгореть можно? На костре сгореть можно. На тебе, падла. Что-то пишет, если правда, они, кажется, нас кто-то здесь знает. Кто они? Мы вообще никто.
Вообще, я вот, например, вчера в CSGO такого дегенерата встретил, я охуел уже. Чё он говорил, чё-то тебе? Да, скажи мое имя там, блядь, туда-сюда. Say my name! Такой. Да, нет, нет, не так. Хайзенберг говорил, это эпично, а там было как бы... О, вот, смотри, чуваки, мы их обошли. Чуваки сзади нас. Я добегу, прикончу. Нет, не добегу, у меня бег кончился. Зря, короче, ну че, буду их кемперить. Всех. Ты тоже кемперил, если бы мог. Я прям у них на спауне сижу. Похоже, ППШ вообще так не стреляет, как я хочу. Не, мне вот нравится вот это от нас. У меня и граната нет, и ничего мне нету. Мосина. Наверное, однострельно было бы лучше, чем то, как я... Пять фаермен попался на... Я вижу твои ноги, Косел, я вижу твои ноги. Рядом с тобой, но на твоем же этаже чувак один. Ты его грохнул. Что за хрень ты просил? Да как? Какая-то хрень газа выпускает, что? Да, это аномалия. Я сейчас, мне плохо! Мне плохо! Ты подохнешь. Ох, срань. Горы, и вот из аномалии здесь очень сложно выбросить. Нужна экипировка. Получение статистики матча мы просрали, да? Да, мы проебали. Как но, пидоры. Ну, неудивительно. Вы теперь новичок-бродяг мне пишет. Самооборону что там. Спасибо. Я теперь еще больше никто, не таким. Че, новые предметы появились? Можно что-то распределять, разбросать. О, вау, что-то новое. Тебе что-то дали? Нет.